Полковник Кушнир, начальник уголовного розыска. Проходите. Спасибо. Мы по поводу вашего брата Михаила. Он что, опять вляпался в какую-то историю? Сегодня утром ваш брат участвовал в вооруженном ограблении банка и был застрелен при задержании. Давай пошевеливайся. Это все его друзья, я уверен. Казбек, а как твое настоящее имя, Сан? Деньги важнее. А они тебя любят. Эй, ты понимаешь, что это не шутки? Ты о Мите подумай. Да ж ты рот закрой. Сир. Скажи, а тебе погоняла воркута? О чем-нибудь говорит? Ты мой бывший муж. У тебя есть судимость, у тебя нет алиби. Ладно. Предположим, они на меня были. Но у них на меня ничего нет. Стой! Следственный комитет. Я еще раз повторяю, я не покушался на гражданку Манилову. И Лизу я тоже не убивал. Но ведь начальника управления уголовного розыска грохнуть не каждый согласится. Дай на объект и подведи. Провернуть 5 ограблений банка? Это что? Бабки наши. Правда, у вас настоящий криминальный талант. Короче, давай мне теперь глаз убедительности и выбрасывай из машины. Нормально. О чем вы только думали? Шуток сильно-то, а? Вы же знали, что они сами не справятся, ваш брат и эти недоумки. Здорово, дракист. Рад тебе видеть здорово. Я не знаю! Где они? Давай, смотри, бабки, толкай меня в машину. Я жертва. А, ты жертва. А ну пошел в машину! Быстро! Теперь от этого пятна вам не отмыться. Убийство охранника, перестрелка с полицейскими. Это совершенно другая статья. Вы хоть понимаете, во что вы вляпались? Я тут при чем? Сюрприз! Вы идеально продумали схемы всех 5 ограблений. А прокололись на самом очевидном. Граждане понятые, обратите внимание, в кармане сумки найден нож с бурыми пятнами, похожими на кровь.